Дорогие друзья, у нас рождественские гадания, чаепитие ясновидящих. Сегодня я хочу вам представить удивительную женщину, которую я много лет отслеживаю в социальных сетях и в интернете. Благодарю. Много лет и с уважением. То есть это такой стойкий боец, который не только сам работает, но и пишет книги. Вот. Еще к тому же много хорошего делает в интернете. И нет ни одной жалобы, что называется, благодарю, на человека, Марина. Который... Да. Вот. Елена Мир. Автор многих книг по осознанному, я так понимаю, сновидению. Осознанное сновидение – это же сновидение. «Управляемые сны» называются книги. Да. А сейчас книга переиздана, первая, спустя 20 лет. Называется «Моделирование будущего во сне». Можно найти в интернете. Да, моделирование, кстати, очень интересная штука. Да, название вот. Хорошее. Но еще она замечательный таролог. То есть вот у нее как бы два направления в ее, я так понимаю, да, она еще преподает таро. Вот. Ну, сегодня мы о таро не будем говорить. Да, хорошо. Потому конечно. Что таро – это дело такое. Кто захочет, тот придет. И тот будет учиться у нее обязательно. Она обязательно будет вести курс, и это нужно делать. Вообще вся жизнь у нас в интернете, насколько я понимаю. Правда сейчас? Да, время такое. Слушайте, ведь мы с вами интересно. Уже девушки такие, взрослые. Надо соответствовать духу времени, да? Правильно? А мы такие крутые, что мы в интернете можем все. Да. Вот, мы только... Многое можем. Я почему? Потому что вот кого я вижу, вот из действительно профессионалов, кто ведет, вот конференции в интернете, вот такая вещь удивительная, да? Вот я тоже вижу, я веду конференции, смотрю, у меня соседка-то кто там? Конференции вообще замечательная вещь, охватывает весь мир. Это так здорово. Да. Вообще, слава интернету. Слава интернету. Потому что там можно, вот на самом деле, интернет показывает, кто есть кто. Да, информация считывается. Нет, даже дело не в этом. По голосу, по виду, или много всего. Я вам другой хочу сказать, кто есть кто. Вообще, вот интернет такая штука, а если человек что-то может... маг, парапсихолог, там, сновидец и так далее, то он в интернете доносит свою информацию. Раньше как экстрасенс? Сняли рекламный ролик, выпустили на телевидение, и что бы ты там, за тебя сняли. Сел режиссер там на камеру, а здесь ты делаешь все сам. И на этих конференциях. То есть если ты знаешь, если ты владеешь, ведь очень многие не идут в интернет. Знаете почему? Почему? А им сказать нечего. И просто, конечно, когда тебя снимают кто-то там на телевидении, там сюжет, ты должен следовать этому сюжету приблизительно. А здесь, конечно, в интернете такая свобода, независимость полная. Нет, ну, и вот это вот самое лучшее. Она же проявляется. Если да. человек что-то может сам, не кто-то да. там за него что-то снял и сделал, а если он сам может сказать, вот он и говорит. А если он не говорит, так он ничто, потому что есть действительно истинные экстрасенсы. А есть люди, которые только прикидываются. И вот это очень видно. И вот эти вот всевозможные конференции, которые сейчас пошли, они это показывают. И мы видим, кто... Почему я, собственно, вас оценила? Я вас так вот не знала. Но везде, куда бы я ни сунулась, везде о вас хорошие отзывы. И везде вас приглашают. То есть эти конференции ведь приглашают того, кто интересен. Правильно? Вот. Но вообще меня, конечно, очень привлекают сны. Вот таро-то многие, да, тарологов много, скажем, хороших тарологов, а вот сновидцев хороших – ноль. Ну, сновидцы есть, просто они более замкнутые люди, не столько они афишируют себя, чтобы выйти на публику. Сновидец и сталкинг. Сталкинг – это тот, кто контактирует с социумом, а сновидцу труднее выйти и говорить о себе, и рассказывать об этом направлении и так далее. А вообще существуют школы сновидения? Да, есть школы, много, но это больше бизнес идет по школам.
Действительно настоящих сновидцев, их мало на самом деле, кто осознает сны в такой степени, вот по качеству этих снов, которые я именно считаю высшим пилотажем. Есть люди, которые считают, что осознают сны, они думают, что осознают сны, вот им снится, вроде бы они осознают сны, но они не осознают, это другой уровень энергии, то есть там все распределяется по разным вариантам уровней вот этих энергетических. Поэтому в какой пласт энергии, насколько вы владеете вот этой энергией, тонкой энергией, выходом из тела, тонкоматериальным и так далее, здесь очень важно. А есть у вас техники? Вот, ну, хотя бы одну такую самую простую технику можете? Ну, технику могу сказать простую, да. Например, выход из тела. Он делается так. А выход для чего из тела? Понимаете, вот чтобы да. когда ты выходишь, ты знаешь, зачем ты это делаешь. Некоторые просто хотят понять, что есть другой мир. Вот просто хотят понять. Вот как сказка «Золушка», да? Там человек просто хотел попасть на бал. Больше никаких намерений, чтобы познакомиться с принцем. Там, она не просто хотела. Ну, хотела попасть я на бал, посмотреть. Это все вранье. Ну, любая Золушка хочет замуж. Сказка такая. Вот. И здесь просто желание посмотреть, убедиться, утвердиться, что это есть. Что это есть. И очень реальный выход идет, когда, например, вы просто берете и прокручиваетесь вокруг себя. Кто-то вам помогает при этом, ставит над головой какой-то аппарат музыкальный. Вы настраиваетесь на этот аппарат, на звуки, можно руки поднять. А вверх. Что такое музыкальный аппарат? Ну, аппарат, музыку какую-то. Можно мобильный телефон, можно плеер. Да. Музыку ставите, приятную, если, чтобы не раздражал вас. Вы раскручиваетесь. И все, идет выход. Выход из тела. А как раскручивать? Давайте вот так. Вы мне сейчас скажете, а я раскручусь. Раскручивайтесь по часовой стрелке. Вот вы мне стрелке. Говорите, что мне надо делать. Вот я... Музыку мы уже включили. Так, еще не каждый человек может так раскрутиться. Быстренько раскручивайтесь вокруг как? Своей вот так оси. Вот я должна крутиться. Нет, вокруг своей оси. Можно ручки расставить даже. Да, вот и так. Ручки вверх. И должна просто крутиться? И посмотреть вверх, на слушая музыку. Да, крутиться. И как же я должна крутиться? Крутиться, слушая физически? Музыку физически. Так да. Я буду быстро за... Вот, и тут идет очень быстрый выход из тела. Вот так это понятно. У нас действует. То есть нужно покрутиться? Нужно, да, чтобы маты ну, были вышли или мы кто-то из тела поддерживал. И... Вы осознаете этот момент выхода, вы осознаете, что вы над телом, можете даже увидеть, что вы над телом. Все, а дальше вы можете произнести любое намерение, потому что в этих вибрациях намерение более сильное. А что за работает. Давайте так, намерение. Я... Ну, допустим, здоровье, допустим, любви, да, встреча второй половинки. Ну, и все, что, и я полечу к своей второй половинке? Нет, вы не полетите. Но а это что? Намерение будет выстроить дорогу, путь выстроить. Понятно, то есть таким образом я в этом измененном состоянии сознания строю да. дорогу да. к своему суженому ряжу. Очень ряжу. Коротко. Вон он у меня сидит. Ну, да. да, я понимаю. Мне недалеко лететь. Ну, это замечательно. Очень конкретное должно быть намерение, очень точно. Если вы хотите в материальном мире успеха, значит, материальный мир настраивать. В мире души, да, улучшить свои качества душевные на этот мир. Духовный мир то же самое. Встреча с учителем, да, кто мечтает. Очень многие. Да, да. Ну, встречу с учителем еще надо заслужить. Надо, говорят, на Бога надейся, а сам не плашай. Работай, работай, и учитель придет. Ну, намерение все равно. Да, намерение, да. Как стрела намерение. Ну, мне кажется, что здесь можно провести такую школу. Школу ясновидения, школу сновидения. Обязательно да. всегда. Вот в моей школе ясновидения должен быть такой раздел, а мы обязательно сделаем такую школу. Хорошо. И я надеюсь, что вы нам поможете раскрутиться. Удачи вам! Удачи! Спасибо вам и вашей школе. Спасибо.